Представьте себе страну, где живут блинная королева, король печенья и стая супернадежных драконов. Игра «Спящие королевы» помогает развивать память, стратегию и элементарные арифметические навыки. В наборе у нас идут 12 потрясающих королев, которых необходимо разбудить. Каждому игроку раздается по 5 карт. В наборе идут как цветные карточки, так и карточки с цифрами. Для возраста 4+, мы берем карточки до 5, а остальные после 5 оставляем все в коробке, они нам пока что не нужны. Цель игры – разбудить спящих королев. Мы играем не по правилам, поэтому, когда королевы заканчиваются, мы прекращаем игру. Но если играть с более взрослыми детьми по правилам, там нужно считать количество очков. Разбудить королеву можно, если у вас будет король. Вы кладете короля и можете взять любую из королев. И кладете ее вверх, чтобы остальные игроки видели. И тогда наступает ход другого игрока. Сейчас покажу, что делать с цифрами. Вы можете сбрасывать цифры и взять себе карту. Можно сбросить двумя способами. Либо кладете две одинаковые карты и берете себе из колоды две. Либо кладете три карты, чтобы две карты в сумме давали третью карту. То есть 2 плюс 1 будет 3. Поэтому с детьми с младшего возраста мы играем именно с цифрами до 5, чтобы было легче. Если, к примеру, вы положите дракона, то вы можете у соперника забрать его королеву себе. Однако, если у вас есть карта рыцаря, вы можете положить эту карту и спасти свою принцессу, королеву. Это делается в один ход. То есть соперник положил дракона, вы сразу кладете рыцаря и не даете взять вашу карту. Также есть карта зелья. Когда вы ее кладете, то вы можете одну из королев погрузить в сон. То есть карта возвращается на прежнее место. Чтобы этого не произошло, у вас на руках должна быть волшебная палочка. И еще одна очень интересная карта, это карта Джокера, Шута. Когда вы ее кладете, вы смотрите, если у вас цифра, вы начинаете считать. Когда вы досчитаете до нужной цифры, тот, на ком вы остановились, берет себе королеву. Если же у вас попалась не цифра, у вас есть право дополнительного хода. Так что если в игре написано, что она от 7 лет или 8 лет, то в большинстве случаев ее можно подделать для более раннего возраста. Вы увеличиваете срок службы игры. Эта игра захватывает не только детей, но и взрослых. Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.